Еще раз, причина остановки. Проверка документов. Проверка документов? Да. Пожалуйста. В руках моих смотрите. Нет, да. Можно, да, давать? Вот, пожалуйста. Ребята, ну что же уже? Опять. Снова. Денег Максим Батрович. Почему можно выйти с машины? Нет, я не буду. Причина. Конечно. Не, вы документы проверили? А? Все нормально с документами? Проверили же? Да, ну все. Причина остановки. Проверили документы? Все, давайте с основанием. Смотри, видишь? Капилляр лопнул. У меня тоже лопнул. Дружище, ну в чем проблема? Сядьте машину, пожалуйста. Я таксую сутками. Ну, блядь, у меня пятеро детей. Дай мне с детьми хотя бы разбираться. Потом после сюда заберут права. Я уеду отсюда, блин, в Москву. Дружище, давай. Свидетельство проведем до конца. Дружище, давай нормально все сделаем. Все, присядьте машину. На улице будете проводить? Давайте сюда в сторону отойдем, что ли. Так, здравствуйте, я инспектор ДПС, лейтенант полиции Инжей, Таурон 5. Сегодня, 25 ноября 2021 года, было остановлено 15.02, было остановлено транспортное средство Kia Rio, госномер Елена 702, Михаил Николай, 08 регион. Под управление, представьтесь, пожалуйста. Максим Цыденов. Цыденов Максим Батрович, да? 10 октября 1984 года рождения. Максим Батрович... у меня основной голос в том, что вы находитесь в состоянии опьянения, при наличии признаков, как у вас покраснение глаз, также поведение не соответствует. Я временно отстраняю управление транспортным средством, но перед этим учитываю ваши права. Это статья 51 Конституции Российской Федерации. Никто не обязан свидетельствовать себя самого, своего супруга, близких родственников, которых определен федеральным законом, и статья 25.1 Кодекса об административных правонарушениях. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу административного правонарушения, право знакомиться со всеми материалами дела, давайте объясним, за это ходатайство, пользуется юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами. Вам ясны ваши права? Максим Батович. Статья 51. Достаточно? Ну, лицо. Все. Данное угрожение разъяснил права. Протоколом 08 СЕ 056 715 я отстраняю от управления транспортным средством. Подписывать будете? Ничего не буду я подписывать. Данное угрожение отказался от подписи в протоколе рассмотрения. Уважаемый судья, я отказываюсь от подписи, потому что данный инцидент со мной уже случался. На суде мы с вами встретимся. И все я объясню, почему я отказываюсь. Данная остановка, я считаю, незаконной. Преследование меня по политическим мотивам. Так, Максим Батрович, я вам предлагаю пройти освидетельствование на месте через алкотектор Питер. Вы согласны? Да, на месте с алкотектором давайте пройдем без никаких проблем. Я просто вы считаете меня, что я пьяный. Канал, дай мне трубочку. Снова приехали целый там подряд. Видимо, их поругали за то, что они неправильно в прошлый раз сделал. Он не разъяснил мне права, не сказал о том, что будет со мной и в случае отказа. И вот сегодня он что хочет, чтобы я отказался, и уже на основании этого отказа апеллирует судья. Ну, я понимаю то, что какое может быть преследование. Вы знаете, как у нас все это делается в стране. Поэтому вариантов других нету, только так. Никуда я не собираюсь ехать. У меня есть справка, на суде я ее покажу.
На суде после суда я готов каждую там экспертизу пройти и прочее. Да. Но, как я уже говорил, что есть опасения, то, что меня сегодня хотят подвести под всякие непонятные вещи. Потому что недавно вышло в интернете видео, где меня обвиняют там, в распространении и изготовлении детской порнографии, употреблении наркотиков, грубиянстве и прочем. То есть будем так тогда. Все. Точно так. Так что, уважаемые земляки, я советую вам не лезть, да, и не ссориться с вот этим вот инжиевым сауром. Максим Бадрович, вот печатанным что? Раскрываю. Бумажечку на него этот еще, дайте покажите мне. Да, сейчас там увидишь. Сертификат. Да. Опять же, я сегодня хотел выйти потаксовать, но не дают мне. Подождите, а так я вам все расскажу. Нет, зачем? Я через телефон все вижу. 0034. 0034. Дата проверки. 18.10.21. 0034. Все. А вы можете вести видеосъемку на личные средства видеозаписи, да? Давайте проверим. Проверка воздуха идет. Алкоголь не обнаружен. Смотрите, вдох, выдох, да, сигнала. Еще. Еще нет. Чуть посильнее надо. И. Похож. Подшарик, ну давай. Идет анализ. Результат показал 0,00 миллиграмм на литр алкоголя. Согласны с результатом? Да, согласен. Состояние алкогольного опьянения. Да, состояние алкогольного опьянения не установлено. Да делайте, что хотите. Вот пусть будете ставить вот он. Нет, я нигде не буду ничего расписываться. Я ничего не буду расписываться. Но результат вот, все есть же, все. Ничего не буду трогать я. Ничего, говорю, с вами никак не буду разговаривать. Все в суде основное. Все остальное в суде. Где нас хочет бодрить? Если лично достаточно полагать, то хочется. Я отказываюсь. Отказываюсь, ничего подписывать не буду, еще раз говорю. При отрицательном результате сильного состояния алкогольного опьянения я вас направляю на медицинское свидетельствование в республиканский наркологический диспансер. Я отказываюсь. Еще раз. Причину назвать еще раз. Три раза ты мне повторил, я три раза отказался. Еще раз. Еще раз. Направляю вас на медицинское свидетельствование. Я отказываюсь. Наркологический диспансер. Вы согласны? Я отказываюсь. Данный гражданин отказывается от прохождения медицинского свидетельствования. В отношении данного гражданина будет составлен материал под статьей 12.26 части 1, то есть невыполнение закона требований. Пацаны, вы накажите Итеева, накажите. Министра цифровой, что там, технологии. Вы лишите его, блин. То же самое, он бухой при вас был, у вас видео есть, и вы его не доконаете. А у меня нет ни защиты, ничего нету, никого нету. И вы меня, короче, дрючите, да, по полной программе. В отношении вас ставим агрессивный материал по статье 12.26.1, то есть отказ от проведения медицинского свидетельствования. Санкция, вам еще раз повторяю, 30 тысяч рублей штрафа, либо лишение от 1,5 до 2 лет. Все ясно? Прошу вас снять транспортное средство. Помогаете мне уехать в Америку, пацаны?
Спасибо. Это я тебе потом денег пришлю, Сава. Я ничего подписывать не буду, права мне отдайте и ты ПТС, потому что ПТС-ку, чтобы я забрал. А? Я говорю, подписывать не буду, вы там сами заканчиваете процедуру. Все. Еще раз предлагаю вам расписаться в административном материале, то есть в протоколе отстранения, протоколе освидетельствования на месте и протоколе... Ничего я не буду, я от всего отказываюсь по статье 51. Все, я считаю ваши действия неправомерными. Заявление напишу в прокуратуру, в дальнейшем уже встретимся в суде. Еще раз. Все, еще раз, я говорю, от меня. А чего я буду отказываться? Я вам сейчас ничего не буду подписывать, ничего не буду делать. Я ни с чем не согласен. Еще раз говорю. Данный гражданин отказался от всех видов подписи. Далее, еще раз повторяю, будет составлен финматериал по части 1 статьи 12.26 Кодекса о силах правонарушений. И на этом видеозапись. Спасибо. Видеозапись закончена. Давайте мне права мои, я дальше. Там дальше вы сами допишете. Я все дописал. Также в дальнейшем будет задержано транспортное средство.